хороший, мне нравится, второй год катаемся, очень хороший гладкий лед. Вот мы пришли сегодня с подружкой уже второй раз, нам очень нравится. Соблюдая те меры предосторожности, которые предписаны, которые рекомендованы, вот, можно, в принципе, проводить вот такие вот мероприятия, открывать каток. И, в принципе, мы думаем, что это и горожанам, видимо, что-то нравится, и нравится тем, кто приходит сюда и катается. Поэтому я думаю, что это, ну, здорово, что у нас это получилось.